шоу «Воды, огня и света» куряне смогли стать свидетелями и участниками лучшего циркового проекта страны. В мир иллюзий окунулась и наша съемочная группа. На арене премьера в зале «Аншлаг» зрители, затаив дыхание, ждут чудес. И вот под куполом парит воздушная гимнастка Ольга Шмелева. А это виртуозный укротитель шляп Анард Джабраилов. Кстати, именно в Курске начался его творческий путь в этом старинном и редком жанре. 10 лет назад, когда я был в Курске, мне было 12 лет, мой и папин знакомый хотел выбросить шляпы. И папа говорит, зачем ты выбрасываешь? Говорит, я не хочу работать. Папа уговаривал, говорит, оставь. Говорит, нет. Мне говорит, ну, сегодня не хочу. Говорит, ну, отдай сыну, говорит, моему, то есть мне. Говорит, ну, ладно, пускай приходит, вечером позанимается. И вот отдал, и так я год за годом стал жонглером. Артисты цирка на Цветном бульваре побаловали куряны разнообразием жанров. Акробаты, эквилибристы, клоуны. Зрители сами попробовали себя в качестве артистов. Дрессированные собачки, карликовые кабанчики, обезьяне корида и номера с рептилиями. Особая часть программы – иллюзионный аттракцион. Фокусник Анатолий Сокол выступает вместе с пернатым помощником и талисманом. Это мой партнер, его зовут Крас. Он унаследовал зрение Крас от динозавров. Видит с 5 километров мышь в траве. Соколов нельзя дрессировать. С ними можно быть хоть один раз сокола обидишь, как-то его накажешь, он больше тебе в жизни не прилетит. Вот такая вот своенравная птица. Успех шоу кроется не только в талантливых артистах. Специально для выступления «Золотого цирка» Юрия Никулина Курскую арену модернизировали. Оборудование едва уместилось в 6 огромных фургонах. Результат – восторженное рукоплескание публики. А кульминация вечера – почти 20-метровый фонтан и танец воды и света. Те, кто уже увидел главное представление сезона, не скупятся на эмоции. Понравилось, все хорошо. Очень понравилось, здорово, позитивно. Такое буйство красок нельзя пропустить. Почувствовать волшебство цирковых жанров в исполнении настоящих профессионалов могут все желающие. Детям до 5 лет вход бесплатный. Кристина Кононова, Валерия Галкина, Андрей Дегтярев, телеканал «Сеим».